Снова привет всем, я Эдик, играю сегодня опять в казино. Сегодня это опять один из вулканов. Ссылочку найдете под видео в описании, как обычно. Раньше бывал здесь. Решил сегодня еще поиграть в этом клубе. Давайте посмотрим, что он мне даст, не даст сегодня. 3000 поставил, играю в кекс своей проверенной тактикой. По одной линии начинаем игру. Ставочку разную, но сегодня сделаю вот так вот 200 рублей. Давайте поглядим, что у меня сегодня получится, не получится. Шестьсот. Забираем. Четыреста. Заберем. Шестьсот. Сука. Сожрала гадина. Шестьсот. Заберем. Четыреста. Восемьсот. Забираем. Две тысячи. Эх, есть, блядь, 4. Я не буду рисковать. Ну и когда автомат что-то начинает накидывать, давайте ему поможем. Три линии, ставка 600. Шестьсот. Сука. Две тысячи. Забираем. Тысяча. Две. Да, еще разок умножить. Нет, забираем. Опа, опа, опа. 10 тысяч, блядь, спасибо. Сука, как заманчиво. Нет, я не буду рисковать, заберу. Ну и в таких случаях я обычно потом по одной линии еще гоняю. Давайте до десятки догоню, если больше ничего не даст, то... В принципе, я и так буду в плюсе. Блядь, бонус. Сука. Ладно, давайте поглядим. Бабунька, дай что-нибудь. Тысяча. Да ты чё такая жаба-то, блядь? Ладно. До пятнашки могло бы и догнать. Давайте еще немножко. Нет, что-то, по-моему, game over. Ну ладно, на сегодня хватит с меня. 12 тысяч поставил, 3,9 в плюсе. Ну, в принципе, неплохо. Надо научиться радоваться маленькому, большое само придет, такая поговорка есть. Напоминаю, ссылка на казино под видео в описании. Желаю всем удачной игры, всем пока-пока.